Алёша, я снимала. И что вы думаете? Вторая же подача. Там у меня бровочка есть. Да. Фрикцион работает. А я сейчас хороший. Нормально, да, рыба? Да. Привет, друзі. Річка Дніпро. Сьогодні ми на рибалочці. Жена, подруга, друг. І ми сьогодні... І карасі, дай Бог, да. Фідер, донка, немножко даже, возможно, попробую спиннинг. Эти места проверены. Еще до Норвегии я здесь ловил отлично окуня, карасика, плотву и так далее. Ребята уже там начинают пить, гулять и так далее. Мы сейчас разматываем снасти. Вы там чайку также по традиции. Усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Сейчас проверим. Если поесть суши перед рыбалкой, то... Интересно, месте они лежали. То рыба будет ловиться или нет? Вообще сильно спустилась вода, ребят. Очень сильно. Вот видите. И не поднимается, просто стоит. Обычно рыба в это время не особо клюет, но будем проверять. Что-то должно быть. Подача была просто мощнейшая. Подача была классная. Да, есть рыба. Прикинь, карась. Ха. Первый пошел. На червячка выбрал. Вот так вот. Успел, такая засечка, ребят. Подача одна, вторая. Есть. Тут рыбачки на взводе. Так. Ведет? О, о. О, карась. Опять карась, ты глянь. А у меня на опарыша, ребята. Интересно, если сейчас на червя, то я тоже снова ставлю. На червя, прикинь. Второй карась, ребята, на червя. Класс. Класс. Ну. Пока у меня на фидер не особо клюет, пойду побросаю. Мои любимые места. Вода, видите, как сильно упала? Вообще, ну это хорошо. Уникальность, особенно для местных, кто смотрит Светловодск, уникальность места в том, что надо бросать далеко. Вот прям, кто узнает место. Я здесь за одну рыбалку, бывало, по 20 окуней ловил. И чем дальше забросишь, тем лучше. Вот улетело хорошо просто. Груз 24 грамма, тест с удилища 6,26. И погнали. Ребятушки, решил побросать на спиннинг на старых, добрых, проверенных местах. На мой орбиончик. Кстати, он еще не ловил ни одну рыбу. Но теперь я приехал с Норвегии. Есть опыт. И что вы думаете? Вторая же подача. Там у меня бровочка есть. И гляньте, кто. Опа. А такой акушантик. Yes. Рыба yes. Кай. Потекла. Ты ж не дергала за удочку? Нет. Значит, это оно клюнуло. Алёша, я снимала! Вот успех! Это карась! Это карась! Смотри, я успешный рыбак. Рыбак, давай сюда. Так они на меня. Не на тебя, в садок. Не, на землю. А, на землю зачем? А как ты снимешь? А. Слышала, она дернула, я оставила. Поздравляю, пацан. Ты город много. Я вижу, ты хочешь обратно сядь. Да. Можно много хвалить. Вау. Класс. Нравится мне. Мне надо было сюда прийти. Обрыв, к сожалению, ребят, на спиннинг произошел. Но пришел сюда и получил поклевочку. Надеюсь, рыба есть. На спиннинг, в общем, рыба. Кто там есть? Кто-то. Что-то не крупное, да? Вроде есть. Ё-моё. Синец, прикинь. Синец, это новая рыба. Его тут летом заходит. Не лещ, ребят, не путать, не подлещик, не гусера, сенчик. Это мелкий. Давай, плыви. Оп,
Тут такой ракушняк, ребята, просто капец. И вот я до него довожу, и поклевка уже только что была. Взял, но сошел. Есть рыбка, ребят. Только перевязал оснасточку, сейчас вам покажу. И идет вот такой красавец. А? Класс? Класс. Вот такая рыбка. Давай. Третий забросик, ребятушки. И я рыбка. Я кунёк еще и непоганый. Траву повил, траву. Траву, иди сюда. Опа. Да, еще гарный кунёк. Вот такие вот, ребятушки, ловлятся. Раз. Ну вот, очередной раз убеждаюсь и вам рекомендую. Если плохо клюет на фидер, то переключайтесь на спиннинг. И вот у нас получается карасик, потом раз, окунёк. Уже окуньки полавливаются, это круто, соскучился. Конечно, не люры с треской, но приятно, Днепр работает. Очередная рыбочка есть, ребята. Свои почти питбергом взял. Да. Ого, вода. Даже проснулся под кинец. Зараза, зійшов. Ах, оставил мені все. То есть, то, что мы и говорили. Рыбалочка почалась. Так что, Маш, вы едете? Ну ладно. Я шучу. Уже ж, все. Ты получил за это? И зашел хоть трофейчик, да? Ну да, чуть-чуть, да. А ты не дал хлеб. Я на бизнес-конференции трудно говорить, что есть рыба, да? И там улядь Маши. А тут зацеп. Да, к сожалению. На, подержи. Что-то есть. Не, наверное, нет. У тебя... И у тебя нету, да? Или есть? Есть! А. Синец! Полезу в воду. Маш, ты купаться хотела, Маш? Есть пацачок, да? О, спасибо. Главное, квадратлей. А то за... Давай, что-то хорошее. Да. Фрикцион работает. А я сейчас хороший? Нормально, да, рыба? Да. А если на рыбалке? Ах, пришлось спалиться. Да, Ванечек, это хорошо. Давай чуть-чуть подкручу. Не ослабевай. Тяни, подожди, держи. Чуть-чуть вот так останови и вымотай. Останови и удилищем подматывай, чтобы слабину не давать. Давай, погнал. Да. Смотри, чтобы правильно, Ванечек, чуть-чуть опускаешь удилище, потом выматываешь катушечкой, понял? Тогда будет... Не-не, теперь выматывай катушку. И выматывай, так удилище опускай, потом вот так работай, понял? Тогда ты будешь правильно работать. Может, ты зацепился просто? Может, зацепился. Ну, а видно, что есть рыба, нет? Ну, вроде дергалась. Может, зацеп просто, да? Ну, вот это ты наинтриговал. Да не дергается, да? Да? Ну, все равно было это. Интрига была колоссальная, ребятушки. Но, к сожалению, это был... Может и рыбка, но зацепилась сразу. Вот такая отлетела оснастка, осталась там. Сейчас поставим такую же и будем рыбачить. Вкусно.
Есть рыбка. Или была. Опа. Вот такие. Без одной минуты шесть. Вот он и зашевелился на самом деле. Без прикола, сейчас начал стыкнуть. О, нормальная рыба, блин. О! Ого! 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 Вонючек под лещика взял. Такого 300-граммового. Смотри, на фунь-воне. Вот такую. Классный. Да. Ну что, этого все равно парня по закону надо отпустить. Почему? Ну вот должен больше быть. Да? Да. Да. Отпускай. Ну что, пожалуйста. Это детеныш под лещом. Ребятушки, рыбалка подошла к концу. Днепро, и окунь был, и карасик был. Дружочек переловил большинство рыбаков, хотя раз в три года вырывается. Нам понравилось, в конце подлещик клюнул. Ветер разошелся. Скажите пару слов, вам понравилось? Угу, да. Хорошо, мы, короче, устали. Сейчас вам всем спасибо за лайки и поддержку. На канале еще много видео. Заходите, смотрите. Всем счастья, здоровья, ни хвоста, ни чешуи, мирного неба и до новых выпусков.